В среду многие ивановцы, спешащие по своим делам в центре города, были неприятно удивлены. Пешеходный мост у гостиницы «Турист» оказался перекрыт. Виной тому ослабление натяжения несущего троса. Чтобы не подвергать жизнь пешеходов опасности, мост закрыли до тех пор, пока не починят. Однако большинству ивановцев никакие преграды на пути не страшны. Пробираться через баррикады самым отчаянным горожанам придется еще какое-то время. В городской мэрии нам сообщили, мост будет перекрыт не меньше месяца. Произошел обрыв одного из удерживающих тросов. Ну, сами понимаете, что мост находится в эксплуатации 60 лет, и ни разу эти троса не менялись. Вот, значит, теперь что? Мы знаем, что делать. Осталось определить еще сметную часть ремонтных работ. То есть осметим те работы, которые необходимо будет сделать. Найдем подрядную организацию. Если это будет до 100 тысяч цена вопроса, то будет прямая закупка. Если больше, более большая сумма, более значимая, тогда проведем аукцион, определим победителя этого аукциона, назначим ответственного, значит, по проведению всех этих работ и будем делать в плановом порядке ремонтные работы.